Ребятки, всем привет, с вами я, Мамото, это уже третья серия пути до Фламина 72-м сервере Братск. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И мы погнали к самому досику. Так, залетел в игру. Так, сразу всякие эти высвечиваются картинки ненужные. Ладно, сейчас летим, блин, сейчас. Что там по таймингу 28 минут. Okay, это все потом привяжу. Так, сейчас и бежим. Так, беда, бежим. Берем барон. Так, сейчас. Так, ребятки, еще продолжаем. Я не помню, стопы мне куда идти, туда или нет. Что я запутался, я что ли взял... А, я взял другой квестик. Да, я другой взял. Так, у меня все еще виточка есть. Что-то машинки у меня. Так, да. F-96. Короче, не знаю, что у меня тачка осталась. У меня какая-то осталась. Что-то такая осталась. Так, только чуть-чуть убавлю, а то громко слишком. Так, сейчас бежим. Бурчок куда-то ехал. Так, блин, КамАЗ не доступен. Так, сейчас добежим до этого, и я включу запись. Давайте. Так, сейчас я вот прибежал, сейчас заберем. Так, забираем. Блин, что мы челики что-то. Так, что 32, ладно, сейчас включусь, когда опять. Ребятки, у нас челик какой-то лежит. Блин, мы едем, странно, пока что мы не едем. Сейчас стоим на месте. За Кива, по-моему, поехали Кива. Так, 33 минуты уже. Кива, погнали, я говорю, погнали. Так, Кива, не знаю, почему-то не едет, должна еще ехать. Так, все, так, в тематик заходим. У нас было с кони, что первый у нас заходит, но добрый не кайф. Так, уютно, я кафе челик делать. Так, сейчас. Так, еще, блин, час остался. Главное, следующий. Час остался. Так, ребятки, я же уже перебежал. Я 6 человек. Так. А я уже. Так, сейчас бежим. Бамс, забираем. Бамс. Бамс. И бамсик. Забираем еще. Это. Еще берем еще барыгу. Открываем дверку. Так, так. Сейчас выполним. Так, сейчас забираем. Так, ну, мне нужен третий левел, тут мне дали 50 тысяч. Мне еще дофига, конечно, ждать. Время только 35. Да, это мало очень. Ну, ребятки, я вам забыл сказать, что я делаю розыгрыш уже на 500 доната. Как называется, косарь. Кто хочет, надо посмотреть.
подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, свой ник и сервер, подписаться на Мексу, на Егорку и на Хдема. Ну, что он тоже делает. Футбол уже на Братске. Кто играет на Братске, вот на тех, еще на Энзу подписывайтесь и на Крейта. Так, сейчас мне надо за Зазиком своим зайти. Так, сейчас, когда добегу, я включу запись. Так, ребятки, вот я подъехал. Так. Где дом, я не спрашиваю. Удачи, Мамиру. Так, блин, не произошел. Говорю, удачи ему. Все равно у него указ, а он стетиксов. Странно как-то. Большинки не надо везде, он говорит. И даже стетиксы есть, а я тоже у меня на обряд. Я тоже был, ну, у меня была там Аветикс, потом я перенял на Вестер купил. И еще я был на Красноярске в Аветиксе. И потом мне как-то надоело и просто ушел. И тут опять Аветикс есть. Так, я подумаю, как вам или ЛК создать, если никто не будет. Может, вот так вот создам. Так, Фэнкрил, если бабки будут, вот так. Так, сейчас едем. Блин, нам надо где-то 3 000 взять. Так, чтобы купить на 30, 5, 6, 7. Так говорю. Так, просто челиков ищем. Ну, еще чувака какого-то. Чтобы с ним реально все быть. Так, сейчас мы такой пишем. Так, да, у меня вроде такой. Так странно, мне нереально никто не хочет. Так, ладно. Пока мне никто не ответил. Ладно, мне кажется, мне никто не отвечает, это вот один минус. Что... Что мне никто не отвечает. Знаю, может, я создам семью или отвод академик. Смотрите, или вот так вот создам. Вот. Так, сейчас. Академик. Ой, не, вот так.
вот академию, так? Или вот так вот? Казифам Кью. Или еще вот так. Ну, Вентик. МК. Или еще создам вот так. Фавориты. Компании. Если не буду занята, то создам фаворит компании. Если не буду, ладно, когда. Сейчас, наверное, поеду куда-нибудь. А ну, включу запись. Ребятки, вот я уже познакомился с тренером. Короче, это мой друг Public Russia. Так, сейчас уже скоро пойду, через 5 минуток. Так, я говорю то, что мне надо купить металлоискатель и что-то на кладоискатель репутерное. Металлоискатель и покупаем вот для металлоискателя. Так, ребятки, ну, так уже 57 минуток. Не знаю, что мне поделать, его так надо вести. Но я его довезу, конечно. Блин, один штраф дали, ну ладно, не пофиг, потом оплачу, но это один штраф. Это вообще мало еще. Так, едем просто жестко. Ёжики в тумане. Ну просто ёжики в тумане. Оп, сразу поворотик, опс. И тут сзади мы его просто обгоняем. В ЦБ он говорит. Окей, в ЦБ тебя, мудачок. Ладно, братуха, я просто хотел купить на тачечке. Окей, он сказал, я окей. Ладно, его подождем, конечно. Я же не кидала. Конечно, его подождем. Так, уже у нас 58 минуток, да? 58, так. Так, все, он сейчас должен сесть. Будет на акции вывести. Так, сейчас мы едем с ним на... Так, куда ему надо? На акции, он говорит. На акции, получается. Ему надо, так. А, включу, когда приеду.
А, ну хотя не, уже тут очень близко. Смысл мне выключать, если тут очень близко. Вот, я уже тут, на аксах. Так, сколько тут уже по таймингу, уже 18 секунд. Да, ребятки, это уже, конечно, больше будет ровно 8 часов. Ой, наоборот, уже ровно будет 9. Уже 33, кайф. Хорошо, никакой даун ко мне не сел. То есть, если сядет, то будет не очень круто. Если ко мне сядет какой-то узбек и украдет у меня машину, это будет очень не круто. Так, ждем, пока он выйдет с магаза. Там у меня еще там по квестикам выполнен. Все, нам дали. Кайф. У меня уже 10 тысяч. Еще 2 блэйскоина. Сюда, по идее. Так, забираем. Так. Он говорит, в банк. Так, ребятки, сейчас мне надо в банк, чтобы снять 10 тысяч рублей. Так, с нашего банковского счета, ой, с банкомата. Так, сейчас снимаем 10 200. Я снимаю так 10, еще 200 плюс комочка, там все было. Ну, комочка примерно 20 рублей, когда я 200 снимал. Ну, еще маленькая комочка. Наш баланс просто 162 тысячи. Если человек этот уехал, то это вообще не кайф. Мне придется от него уехать, потому что братуха сорян. Не, я не хочу тебя отдать. Что мне тебя возить, я не твой водила. Братуха сорян. Просто у меня идет ролик, понимаешь? Мне некогда возить тебя в моем же ролике. Так, сейчас мы... Еще не знаю, куда поеду. Я, наверное, знаю, куда сейчас я поеду. И мы поедем в... Так, если заданка не обновилась, то и хоть бы там это было как. Был патч, обновились квесты. Все, сейчас должно обновиться через минуту. Пойдем пока обновиться, ребятки. Ладно, когда обновится, я включу запись. Так, ребятки, вот уже обновились квестики, это просто кайф. Сейчас мне главное кончить 400 угнать. Ай, падай. Блин, мне только не говорит, что все. Давай, хорош, сильно падаешь. Ну, переворачивайся быстрее. Так, сейчас вот тут где-нибудь встанем. И будем смотреть, что там по квестикам у нас. Хоть бы там были некоторые легкие, чтобы я их сейчас выполнил. Такое задание. Жилюбный просто. Так, вон еще исследователь. Капец, вообще самое легкое. Это зона танки. Легкие какие-то нет. Так, 150 км, окей. На любом автомобиле. Сейчас я разгоню, смотрите, и уже функция на заданке, вот. Так, все, я пошел нахер. Он пока что пошел нахер, потому что мне надо понять заданочки. Так, сейчас у меня... так. Так, забираем эту заданочку, шуха. Ну, тут, я не знаю, как называется. Просто забираем. Так, мне еще исследователь надо посетить Юрный. Ну так, сейчас дойдем до Юшки. Когда я приеду в Юшку, я включу запись. Ребятки, вот я уже подъезжаю в Юшку.
Так я не знаю, где тут начнется, конечно. Короче, можно сказать, я уже в юшке. Ну, потому что я уже... Знаю, когда тут будет юрный, я уже вот сейчас уже в юшечке. Все, теперь следователь. Так, заходим в донатик сразу. Сразу забираем еще один. Так. Это следователь. Вокзал еще купить еду какую-нибудь. Ну, короче, там вообще в ларьке, короче. Я понял, в каком я ларьке сейчас куплю. Так, сейчас просто летим. Потому что людей не было. Вот в этом ларьке вроде где-то не всегда не будет. Нету людей, и я тут закуплюсь. Главное, чтобы сейчас вот просто закупаем чаечек. 130 фут просто нам дают за даночку, да? Я просто захожу в донатик. Фут забираем. Я уже в банке. Ну, блин, мне как-то даже жалко оставлять тут машинку. Так, ребятки, ладно, так, нет, мне ничего не надо. Так, сейчас вот тут пробежим, главное, чтобы никакой бомж не заметил, что я отсюда выбежал. Так, что там надо было пополнить, вроде, просто на 1 рублик пополним, и нам уже дадут за даночку. Я выполню, так, ой, не, неправильно, так. Сюда, ну давайте, это окей, давайте, ну давайте... Так, 66 рублей просто, типа блатной. Ну, по факту, я блатной. А чё, правда, я блатной. Так, я на связи забираю. Так, у меня уже блокпас выполнился. Про 10 тысяч рублей, кайф. Дружелюбный. Так, я хочу с ним 1053. Так, у меня вот уже выгнался еще дружелюбный. Когда без номеров, мне надо еще прокрутить. Так, и оставайся с нами. Вроде все у меня выполнены пока что. Ревард захожу. И тут мы забираем 10. Главное, чтобы мою тачечку еще не угнали. Если угонят, то будет вообще не круто. Так, никто не угнал, никто не увидел. Это очень хорошо, то, что никто не увидел. Так, сейчас видим. Дальше я могу тачку скинуть, потому что это одна заданка. Осталось одна заданка выполнить. Просто летим, все столбы ломаем. И просто сюда залетаем, как пушка. Гонка. Да мне пофиг, оштрафовала меня, если меня нет. Так, сейчас заходим в ГИБДД. И просто вот так вот берем. Третий. И просто вот российский, просто прокручу. Повторить. И вот просто мы с 2000, и тут у нас должна выполняться заданка. Куда без номеров. Да, она выполнилась. В поисках клада это и бы я еще купил. Тоже легкое. Ну, вот эти. То оставайся с нами. На час отыграть мне это еще мне целых 50 минут. Хоть я уже отыграл. Ну, все, я час. У меня 745 минут. Вчера только 35 поиграл, офигеть. Офигенно, да.
Ребятки, всем пока. С вами был Ямамото. Это была третья серия Пути до Фомы на 74-м сервере Братск. Вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И это всем пока-пока.